планам, и эта помощь материализуется в новых услугах, в новых документах, и, что самое главное, в больше качественной жизни детей. Мы очень благодарны Министерству социальной политики, уполномоченному по делам детей, Полтавской администрации за то, что пригласили нас в эту область, доверили нам провести двухдневный тренинг. Это уже третий день, когда мы здесь, и я хочу с вами поделиться, что здесь мы обнаружили очень важные предпосылки, которые доказывают, что реформа в Полтавской области возможна. Во-первых, это открытость властей, готовность властей продвигать эту реформу. Мы работали с очень профессиональными людьми.